Пробуем пятерку. Это нож у нас пятерка сразу, без насадки. С насадкой не очень удобно. У нас собака. Сейчас будем пробовать. Ну, тебе полегче? А, смотри, как тебе застригли все. Поднимите, поднимешь его, чтобы встал. Ой, какой ты маленький и худой стал. Давай. Давай, скорее. Давай. Везут клиента на стрижку. Девчонка очень толстая. Очень тяжелая, да? Эй, привет! Привет! Ты приехала? Толстячка. А что, погоди? Привет. Что, будем стричься? Ну, что? Засухай. Все? Молодец? Молодец, да. Молодец. Где-то кучери, конечно. Кучеряхи, но все в целом. Да? Ты что, не дергаешься? Давай, иди, все, очень поводи. Жарко. Этот кот, у него спина в колтунах. Он бедный. Что с ценой вчера, когда днем, ну, как-то днем жарче, чем сейчас. Ну, это, прям лежит и мертвым дышит. Мочка, как говорится, полтина состригается, обалдеет, машинка офигительная, состригает все замечательно, не очень удобно, конечно, одной рукой и снимать, и брить, покажу начало и покажу результат. Этот кот сегодня будет балдеть, да, кот? Скажи, мне сегодня жарко не балдит. Так вот. Обалдеет. Теперь у нас есть собственный лев. Другие кошки дают. А теперь новости и нужды приюта. Построили несколько вольеров из остатков стройматериалов. По методу я его слепила из того, что было. Приюту необходимы стройматериалы. Thank you.
Все, сейчас только доедем до приюта, солнышко, и мы тебя поместим. Ты хорошая моя. Все, детки с тобой. Главное, чтобы не задавить. Ну, все нормально. Поехали, ребят. Были здоровы, мелкие. Ребята, мы начали выходить на улицу. Да, ты мама красавица, да? Ты мама красавица. Ну, слава богу. Так, остальные в бытовочке. А эти уже храбрые у нас ходят. Там мои вы хорошие.